На заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности обсудили реализацию национальных проектов. Подробности у Рифата Фаткулина. В этом году в республике реализуется 51 из 67 программ, входящих в национальные проекты. Финансирование составляет почти 16,5 миллиардов рублей. Общая сумма средств, подлежащих контрактации в рамках реализации национальных проектов, составляет 7,8 миллиардов рублей. Как идет контрактация на 15 апреля 2020 года. 58 государственных контрактов заключено из 181 или 32%. 68 муниципальных контрактов из 176 – 38,6%. Самое главное – построить работу так, чтобы выполнить показатели в срок, несмотря на временные сложности. Поэтому направления, которые по объективным или субъективным причинам проседают, нужно контролировать особенно тщательно. Строительная отрасль не выполнила план ввода жилья в прошлом году. В этом риск сохраняется. Почти 60 миллионов рублей в этом году Чувашия получит на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Планируется к концу 2024 года вовлечь в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве не менее 1350 человек. Субсидировать проекты будут в виде гранта «Агростартап». Конкурсный отбор на получение грантов «Агростартап» объявлен. Прием конкурсной документации с 15 апреля по 14 мая. До 1 июля гранты будут представлены победителям конкурсного отбора. Планово получат 15 фермерских хозяйств эти гранты. Конкурсный отбор решено провести дистанционно посредством видеоконференц-связи. Выделенные средства должны использоваться максимально эффективно. За этим следит антимонопольная служба. Всего за прошлый и этот год было проверено 65 закупок. В январе-марте 2020 года было рассмотрено 21 жалоба, которые были поданы на закупки по национальным проектам. Из них одна была возвращена, 9 признаны необоснованными, 11 обоснованными. Было привлечено к ответственности 18 должностных лиц, но это не по первому кварталу, это по нарастающей за прошлые периоды. В РИО главы Чувашии Олег Николаев отметил, выполнение национальных проектов – это ответственность лично его и каждого из сидящих за этим столом. Мы все четко осознаем, что реализация национальных проектов имеет очень важное значение. И те мероприятия, которые в него заложены, они прежде всего направлены на то, чтобы качественно изменить условия жизни каждого гражданина Российской Федерации. Ну и, конечно же, в нашей ситуации мы говорим о жителях Чувашской Республики. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.